На мастер-классе «Весенние трели» ребятам рассказали, что такое холст, пастель, графические карандаши, масляные и акриловые краски. Также юные гости художественной галереи познакомились с работами известных живописцев. Каждый день у нас идет в 10 часов какое-то занятие познавательное, интерактивное. Вот сегодня интерактивная программа, которая посвящена весне. Весенние трели, птицы прилетающие, распускающиеся цветы. Здесь участвует и живопись, и участвует детская смекалка. Ребята ответили на вопросы викторины и попробовали себя в роли настоящих художников-аппликаторов. С помощью цветной бумаги они создали весеннюю поделку. Я сегодня делала здесь птичку в гнездышке. Мне очень понравилось то, что как вот эта вот птичка, это как бы очень красиво, мне понравилось. Участники занятия в рамках программы «Каникул» в художественной галерее смогли окунуться в мир орнитологии. Теперь ребята знают, какие птицы улетают на юг, а какие остаются зимовать в нашем городе. Отвечать на вопросы юным почемучкам помогали дедушки и бабушки. Это замечательно. Первый раз я лично пришла в эту галерею, и я думаю, что это будет уже не первый раз. Не последний. Очень понравилось. Мне настолько здесь понравилось, что я приду сюда еще. Подробнее о мероприятиях в художественной галерее можно узнать по телефону 702-87. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.